очень резко пошел взрыв, и ребенок прилетел к нам, мы вылетели в коридор все дружненько. Ну и вот сейчас только мы узнали, что это наших знакомых погибла внучка, внука жена, один из детей погиб, и один ребенок в реанимации. Это хозяева вот этого заведения. Ой, это был ужас, конечно. Еще думали, что это последние секунды. Был взрыв очень сильный. Повылетали окна в зале и на кухне. Я, конечно, была в шоке. До 3 часов ночи выгребала это все. Да, я слышала у соседей тоже. Так что взрыв был очень сильный.